Так. Вот так вот бывает, когда долго, короче. Не находишься дома, и компьютер отключен. И вдруг и ничего не работает. И я думал, что микрофон работает, а короче, он не работает. Представляете? Вы представляете, какой капец? А что я говорила? Я говорила всем привет. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Odyssey. Блин, ну как так-то? Ну ладно. В Assassin's Creed Odyssey, да, мы делаем дополнение. Наследие и... Не понимаю, почему микрофон был отключен. Я, может быть, винда обновилась из-за этого, что-то тупануло. Такое бывает. Даже винда, она такая. Она может, умеет, практикует. В общем, мы идем убивать члена культа, а потом дальше видно будет. А дальше будет видно. Ну ты чё мимо-то, ё-моё? Малака, да, малака. А чё ты такой жирный, я не поняла. Дай добить-то чувака, слышь? Без тебя мир будет лучше. Наручи мастера-ассасина. Нифига себе. Так, хорошо. Где это? Это вот этот культ мы убиваем, да? Или какой? Вроде как, да. В общем, по ходу дела мы их всех опознаем, распознаем и поубиваем. Там нужно... Ты видела? Ну, фигуру. Очень знакомо. Нам ведь просто показалось, да? Тише! Малака. Что с ним случилось? Чистое убийство. Сюда явились солдаты и зашли внутрь. А он остался стоять на страже и вдруг упал. И всюду была кровь. Где что еще? Здесь ничего нету. Ну где? Чё ещё? Может, наверху? Вряд ли, конечно. Ну где? Чё ещё обследовать-то надо, ё-моё? Это плохо, что оно не отображается. Не отображается. Кто-то жаждет крови. Дарий! Хозяйка Орла. Чё, балдел, что ли? Не думала встретить тебя. Тебе повезло. Я вовремя понял, что это ты. Что ты делаешь в Мессинии? Если Элпиди жив, он у Аморга. А Мессиния – оплот Аморга. Видимо, ты и сама это поняла. Но найти Аморга непросто, его хорошо охраняют. Нам нужно его выманить. Я уже думал над этим.
а морг под защитой всей армии Спарты, во главе которой самые преданные ему командиры. Сперва нам придется ослабить его войско. Мы справимся. Для Ордена изготавливает много оружия, а следит за всем один из командиров. Пилоты могут знать, где он. Поговори с ними. Также Ордену в Мессинии помогает культ космоса. За это отвечает другой командир Ордена, Демократ. Покончим с ним, и культ нам больше не помеха. Я знаю подход к культистам. Да, просто убьем и все. Говорят, Орден захватил афинского военачальника. Он нам нужен. Освободи его и передай это послание. И тогда я спасу Элпидия. Расскажи мне о Демократе. Аморг поручил ему вести дела с культом от лица Ордена. Человек известный, но на людях бывает нечасто. Сейчас у нас есть редкий шанс расправиться с ним. Что тебе нужно от афинского военачальника? Он станет нам ценным союзником. Где искать элотов, которые знают, где командир? В Эпее, там, где изготавливают оружие. Окей. Я все сделаю. Ударим быстро и точно. Вместе? Будет лучше, если мы станем действовать сообща. Ну, не знаю, ну давай вместе. Я пришла спасти Элпидия. И пока что готова терпеть тебя. Хорошо. Нормально. Это взаимно. Хватит тратить время. Приходи, когда тебе удастся ослабить Орден. Это лишь начало. Так, мы находимся близко к цели. К цели. Это он. А, военачальник, да? Выдели его, ёпта. Блин, птица, не беси меня. Вижу его. Так. Идите, освободите элотов. Так, ну давай, что у нас тут поблизости, туда и пойдем. Ой, то я нажал. Сюда и пойдем. Оставших элотов держат на линии, они в доме предводителя. Нашла. Так, ну нафиг никакого стелса. Надо держаться в тени. Да зачем? Никакого стелса, я же сказала. Ай, опять эти дурацкие щитовики. Не люблю щитовиков. Муторные, не муторные. Да, ё-моё, выпустите меня. Чё толпа-то такая, я не поняла. Чё толпа-то такая собралась тут по мою душу. Глупцы, снова воруете у нас? Когда же вы усвоите урок? Помогите! Помогите! Так, одного мы освободили. Одного освободили. Так. Кто где? Сюда нельзя. Да, нельзя. Я думала, можно. Ну, ладно. Нельзя так нельзя.
У вас закачиваются стрелы, серьезно? Такое бывает разве? Чтобы стрелы начали заканчиваться. Я не знала. Ой, тут еще этот мирный под руку попался. Ну ё-моё. Мирный-то что под руку попался? Я не виновата, они сами лезут. Я тут дерусь, а они лезут. Ой, сейчас наемники припрутся. Все тут подряд. Все подряд припрутся. Ё-моё. Кто их просит вообще? Я у тебя в неоплатном долгу. Я на свободе. Так, спасибо. Этих освободили. Отведите его в безопасное место. А, их еще и куда-то отвезти надо. Серьезно? Ой. Их еще и отвезти куда-то надо. Или они сами дойдут, что-то я не совсем понимаю. А, все, они сами дошли. Они сами дошли. Так, хорошо. Это куда мне? Вот туда. Так, а здесь типа зачищенное место или как? А, да. Я же здесь бывала, поэтому. Поэтому тут все должно быть зачищено. Ты спасла меня! Спасибо, Мистия! Не видела Лота по имени Рода? Да, ее увели в центр Эпеи. Говорят, там ее собираются казнить. Центр города. Она должна быть там. Берите до помоста для пыток. Так, подожди. Замолчи! Нечего было брать чужое. Твоя смерть послужит уроком для всех. Чужое или нет, какая разница? Мы хотели есть. Если пришла поглазеть, иди к остальным зевакам. Оттуда лучше видно. Кто ты? Она пойдет со мной. Что? Эта женщина снова украла еду. Нам приказано сделать так, чтобы этого больше не повторилось. Она нужна мне живой. Отпустите ее, и я уйду. У всего есть своя цена. Нам нужны драхмы, чтобы пополнить запасы еды. 300? Ой, 300 забирай. Я заплачу. Драться даже не буду за 300. Но я забыл накинуть немного за все наши хлопоты. Пытать людей не так-то просто. Удвоим цену, и она... Ты охренел, чувак? Не давай ему ни драхмы. Замолчи. Ой, да забирай, не хочу драться. Ладно, возьми деньги. Вообще-то это... Ты рискуешь. Ладно, ладно, это Малака твоя, забирай. О, господи, как эти наемники достали.
Так, поговорите с Родой. Диана, блин, запряталась. Как вовремя. Спасибо, Мистия. Ты меня спасла. Прощай. Постой. Я ищу командира. Мне сказали, ты что-то о нем знаешь. Командир? Конечно, знаю. Столько хороших воспоминаний. Я была его рабыней. Похоже, он очень жесток. Он не знает жалости. Мы стирали руки в кровь, а потом рыдали от боли до рассвета. Он не щадил даже детей. Поэтому я и ворую. Всегда хочется есть. Тебе повезло, что я вовремя подоспела. Как тебя поймали? Я попалась на краже хлеба. Меня хотели казнить. Ну и что, что я раньше у них крала? Это слишком сурово. Скажи, где командир, и я перережу ему глотку. Ты хочешь его убить? Угу, отлично. В Мессинии сейчас неспокойно, Мистия. Посмотри, как мы страдаем, как страдают дети. Они заслуживают лучшей доли. Детей нужно вызволить отсюда. Здесь мой сын и другие. Спаси их, и я помогу тебе. Хорошо, но я хочу знать, где искать командира. Ты так добра, Мистия. Не волнуйся, ты найдешь его. Только не убивай на глазах у детей. Как ты предлагаешь вызволить детей? Один рыбак неплохо на этом зарабатывает. Нам нужно отвезти детей к его лодке. Она у пристани. Но надо спешить, времени мало. Тогда веди. Следуй за мной. О, господи, еще один наемник. Штаны, конечно, у меня вообще моднявые. Штаны вообще отпад. Мама! Мой милый Галыш. Скорее, нам нужно уходить. Галыш? Это Мистия. Она поможет нам сбежать отсюда. Слушайте меня. Мама сказала идти за Мистией. Держимся вместе, чтобы не потеряться. Держимся вместе, чтобы не потеряться. Сейчас не до шуток. Ща я этого чувачка убью, а то он тут нам мешает. Хватит какашки кидать, задолбал. Собака. Да нажимай ты, господи. Где это? У тебя есть геройское прозвище? Геройское прозвище есть только у самых-самых великих героев. Обычно состоит из названия зверя и явления природы. Скажите ей свои прозвища. Мое – Буреволк. Мое – Красакула. Мое – Он – Буродождь. Мне нравится. Μάλλον το αιμαυτό λέγω φε. Μάλλον αυτό θυίστηκε, λέγω αιμαυτό.
Знал, что встречу здесь тебя, хозяйка орла. Ты кто такой? Подловил. Ты кто такой? Верно говорят, что ты всегда в центре хаоса. Отойди и дай мне сделать дело. Я расправлюсь с тобой. Чего? И с тобой. Но сперва заберу детей. У них много работы. Ты офигел, чувак? Оставь детей в покое. Будет забавно смотреть, как ты истекаешь кровью. Умри! Ты офигел, чувак? Нифига, какие хорошие, добрые дети. Молчать! От вас слишком много шума. Я научу вас держать язык за зубами. Да он вообще не сильный. Тряпочка какая-то. Так придумайте мне его. О, какой-нибудь орел. У нее же есть орел. Там орел. Отлично. Ты теперь одна из нас. О, сундучок можно взять? Ты победила, Владимир! Громоорёл! Громоорёл! Это было так здорово! Мистия, ты справилась! Тебе пора, мой малыш. Ты не поедешь? Не могу. Я останусь и буду трудиться, чтобы однажды навестить тебя. Нет! Где мой папа? Где моя мама? Я не могу без тебя, мама. Кто будет со мной, когда мне приснится кошмар? Мистия, я не знаю. Теперь я думаю, смогу ли я пережить эту разлуку. Ну, так езжай с ними. В чем проблема-то? Блин, даже хз. Нельзя отрывать детей от родителей. Вам лучше остаться. Я остаюсь? Мама, мы будем вместе! Папа! Папа! Я рада, что сын остается, но правильно ли мы поступаем? Разлучать семьи было бы слишком жестоко. Может, обрекать их на такую жизнь еще более жестоко? Не знаю, сможем ли мы их защитить. Мы продолжим борьбу ради детей. Да. И ты нашла командира. Спасибо, Мистия. Может, мы еще встретимся. Так, убивая властвую выполнил. Хорошо. Хорошо. Так, ну давайте дальше смотреть. Что тут у нас еще? Задание. Задание. Пу-пу-ру-пу-пум. Древний космос. Вот это, да? Берите до скалы у руин, найдите Дари. Давай. Так, где? Это вот здесь, да?
Место встречи там. Что ты знаешь об этом приближенном Аморга? Демократ. Его оружие — драхмы. Убьем его, и позиции Ордена в Греции сильно пошатнутся. С его смертью мы станем на шаг ближе к Аморгу и к Элпидию. Я люблю деньги, но они не уберегут от моего клинка, когда под угрозой жизнь Элпидия. Но найти демократа может оказаться непросто. Почему? Я ни разу не видел его. Тогда нам придется внимательно слушать. Если что-то пойдет не так, помни, нам нужен только демократ. Смотри, вот и орден. Поздно вы. О, мы не собирались приходить раньше. Гляди в оба. Как поймем, кто из них демократ, убьем его. А можно просто убить их? Да давай всех подряд убьем, да и все. В чем проблема-то? Мы больше не будем вас снабжать. А может всех подряд реально, чё это? Сперва перебью всех, потом найду двух демократов. Да, сначала всех убью, да и все, в чем проблема? Не хочу я вот это вот... Это что-то там выяснять, что-то думать. Просто всех подряд убить, да и все. Такое-то, как начинаешь записывать, обязательно начинаются звонки, кто-то приходит, кому-то что-то от меня надо. Ай, понедельник день тяжелый, короче, если что, я это записываю в понедельник, а выйдет это хрен знает когда, когда-то выйдет, когда-то эта серия выйдет по-любому, так. Ай, блинский, блин. Так, а чё мне их ловить, что ли? Надо было лошадь взять. Не зря тут лошадки стоят, для того, чтобы я поймала, да? Давайте на лошадку. Вперед. Да, может быть, надо было типа потихо постоять. Он думает, что крепость спасет его? Подождать, типа, это. Ты кто? Ты тот? Охрена знает. В любом случае, они все гады гадские. А чё у него? А чё у него хпшки нету, что ли? Что-то я не поняла. Что-то я немножечко не поняла, почему у него нет хпшки. Значит, это не тот?
кто вам нужен. Наверное. Что-то непонятно. Знаете, убийца. Как мне узнать? Твоя кровь проклята! Оба предстанем перед вами! Блин, это не он. Помогите, я горю! Это плохо. Так, ну ладно, это не он. Значит, он там типа. А что? Ты! О, это он! Все, нашли. Я готова. Демократ мертв. Я на шаг ближе к Элпидию. Хорошо. Нужно вернуться к Дарию. Так, вернуться к Дарию. Блин, я здесь не могу переместиться, да? Да куда ты, ё-моё, лезешь? Блин, ну пешком далековато. Демократ мертв. Они заслуживают смерти за свои злодеяния. Каждый из них. Кассандра. Они встали между мной и сыном. Так, с этим тоже закончили. ХЗ. Продолжать или... А то сейчас опять начнется это. Кто-то должен кое-кто прийти. Так, ладно. Что у нас еще по квестам осталось? А, по культистам давайте глянем. Вот, у нас тут что-то появилось, смотрите. Мы можем, в принципе... А, он еще не разгадан. Он еще не разгадан. Этого мы убили. Окей, найдено подсказок 2 из 5. Один из ордена древних является тел в пропасти Киада, что находится в долине Аристамена в Мессинии. Долина Аристамена в Мессинии. Вот она, долина Аристамена. А, где появляется от трупов? Долина Аристамена, вот она. А где конкретно? Где конкретно? А, вот пропасть Киада, нам вот сюда надо. Пешком, что ли, бежать?
как раз бы его грохнуть, и это... На этом можно закончить серию. В принципе. Бежать далековато. Ну, как бы и на лошади тут тоже не очень комфортно, поэтому, наверное, все-таки пешком. Пешком придется бежать. Добежим пешком, ладно. На лошади лучше. Вперед. Лишь бы не заметили. А, вот она, пропасть Киара. Да? Так, и что мы здесь должны сделать? Какую-то подсказку найти, да? Я так понял. Да. Я полагаю. Да. Что вы все такие жирные, не понимаю? Да блин, ёптить медь, что вы все с этими щитами дурацкими, а? Ё-моё. Задолбали свои щиты. Так, я так полагаю, это внутри где-то. Да. Вот здесь она. Ага, вот, пожалуйста, все. Так, показать. Орден несет порядок, а я избавляюсь от хаоса. Артозостро безмолвие. Изменять мир грязной рота, если возникали проблемы, они всегда возникали. Артозостро решала для Морга. Она восстанавливала порядок там, где Орден нес хаос. Она бы никогда не сказала этого слух, но мысль об этом вызвала смутную улыбку, когда Артозостро избавлялась от очередного трупа и уничтожала ненужные улики. Окей, где она находится? И где она находится, эта собака? Вот она, да? Блин. Опять пешком идти. Чего же они все так расположены-то? Черти как. Сейчас ее грохнем и все на этом серии. Ну вот и все, тряпочка. Тряпочка какая-то.
Не надо было стоять у меня на пути. Кость мастера-ассасина. Так. Ну и все, как бы на этом, да? В принципе-то. Об этом мы еще ничего не знаем. Нам осталось, получается, что, один и вот этот самый главный, да? А по заданию что? Задание мы в следующий раз будем делать спартанский пес, но это уже в следующий раз. Сейчас посмотрим, где это находится, чтобы поближе туда переместиться. А, подожди, здесь еще какое-то задание. А, здесь еще какое-то задание. Ну тогда в следующий раз его будем делать. А это все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем встречи в следующей серии. Всем пока-пока.